В Одинцовской детской музыкальной школе первоклассный концерт. Ежегодно накануне Нового года и Рождества происходит волнительное событие – посвящение в первоклассники тех, кто всего лишь 4 месяца назад приступил к освоению музыкальной грамоты. Фортепиано, скрипка, гитара, домра – в праздничный день представлены все специальности с одним только «но» – исполнители впервые выходят на сцену. Открывает концерт юная пианистка Евгения Дивенко. Распахиваются двери, и в зале появляется Дед Мороз, долгожданный гость, без которого не бывает новогодней сказки. Загадывать желания об успехах в учебе музыканты начинают уже на сцене, исполняя минуэты, польки или просто получая медаль первоклассника с новогодним подарком. Очаровательную флейтистку Валерию Шаболдину сменяет гитаристка Ульяна Суляева, а затем в путешествие в мир музыкальной гармонии вместе со зрителями отправляется воспитанница педагога Людмилы Волковой, пианистка Мария Пасечник. В новом учебном году в Одинцовской музыкальной школе 120 первоклашек. Ребята поступают на программы 5- и 7-летнего обучения. Некоторые дополнительно посещают подготовительное отделение, где успешно применяются новейшие образовательные методики. Одинцовская детская музыкальная школа сильна своими педагогами, крепким коллективом, среди которых немало выпускников. Воспитанники школы ежегодно становятся лауреатами всероссийских и международных конкурсов, а также районными стипендиатами. Появляются и семейные дуэты. В этом году на класс гитары поступили сестры Григорьевы, Мария и Анастасия, представители знаменитой спортивной династии. Мероприятие это, мне кажется, что очень полезное для детей, потому что они понимают, что они сейчас уже вступили в новую жизнь. Будут очень упорные занятия музыкой, что это не только развлечение, но и большой труд. Свои первые шаги в искусстве делают и вокалисты Андрей Нестюк и Арина Басманова. Под аплодисменты зрителей в зале появляется младший хор девочек «Капель», руководит которым Ирина Аликанова. Звучит рождественская песня, нежная, тихая, кроткая, как сам праздник, полный надежд и радостных ожиданий в новом году. Мария Подъепольская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».